Добро пожаловать в Амангельде. Подъезжаем к селу Амангельде. Оказывается, на въезде в село находится небольшое кладбище. Дробилка, отруби. Вроде теперь заехали в само село. Едем по улице Якупова. Аптека местная. Магазин Дильшат. Местное отделение Казпочты. Оказывается, раньше село называлось Тастакара. Вот оно, местное здание Казпочты. А рядом с Казпочтой есть небольшой парк. Какое-то заброшенное здание. По данным 2009 года, население села составляет около 2000 человек. А вот и заброшенное здание. Интересно, что здесь было раньше. Если кто-то знает, что за здание или чем оно было, напишите об этом в комментариях под видео. Посмотрел в Википедии, оказывается, в Казахстане есть около 30 сел с названием Амангельде. Рядом с заброшенным зданием есть вот такое новое здание, похоже на ресторан, а за ним есть мечеть. Аптека, магазин Малика. Местная мечеть.
Карта говорит, что здесь протекает речка Тастыкара. В данный момент я сейчас нахожусь в селе Амангельде, Ембекши, казахский район, Алматинская область, Казахстан. А тут слева находится местная школа. Довольно-таки старое здание, видимо, заброшенное. А напротив школы есть вот такое вот здание, новостройка. Интересно, что здесь будет. Вышел на улицу Амангельде, и можно заметить, что здесь тоже нет газа. Помимо газа, здесь также нет освещения на улицах. И местами, конечно, стоило бы обновить асфальт. Ранее не заметил, оказывается, за школой есть футбольное поле. В селе, оказывается, некоторые жители работают на полях, выращивают сено, кукурузу, сою и так далее. Также, конечно, животноводство. В селе хорошо ловят Теле2 и работает 4G интернет. Было бы неплохо освежить асфальт и сделать разметки. Спасибо, до скорой встречи и пока-пока. Увидимся.